потрясающий интеллект и талант к созданию орудий хаоса и разрушения. Через пару лет, когда мне скостили срок за хорошее поведение, я получил шанс самосовершенствоваться через познание в странном месте под названием Шкьоля. Там судьба меня снова свела с ушастым паренькой. К тому времени он уже собрал вокруг себя армию в рот смотрящих фанатов. Он купил их любовь при помощи своего позерства и щедрых угощений. Я решил сотворить свой пупкорн и завоевать любовь этих дармоедов. Отбой! Я усвоил этот урок раз и навсегда. Добро купается в море словословия и лести, а зло в это время отправляют стоять в углу. Мне была уготована судьба стать изгоем. Пока все разучивали крошку паучка, я учился обезвоживать живые объекты, а затем возвращать их к жизни. Бывали дни, когда мне казалось, что на нас с прислужником ополчился весь мир. Как бы я ни старался, я всегда оставался белой вороной. Изгоем, слабаком, паршивой овцой, плохишом. И это была моя судьба? Погодите, а вдруг действительно? Я же правда в этом деле хорош. Я плохиш, и меня словно пронзило. Если уж я плохиш, то стану самым плохим плохишом из всех плохишей на свете. Меня ждала судьба суперзлодея, и мы стали вечными соперниками. Жребий был брошен. Так и началась моя изнурительная эпическая карьера длиною в жизнь, и это было круто.